Грузовичок Лёва. Это грузовичок Лёва в своем домике. Привет, Лёва! Что там на небе? О, тучи! Начинается дождь. Капли падают Лёве на носик. Лёва, тебе нужно построить новый дом с большой крышей. Но сначала собрать кран, который сломает старый домик. А вот и детали для крана. Клади их в кузов. Выгружай. Начнем собирать. К большой желтой платформе прикрепим две гусеницы. Наверх поставим кабину. Сиденье для крановщика. Руль. Крыша. И стрела. Лёва, кран готов? Нет, нужно найти большой тяжелый шар, который будет ломать блоки дома. Поехали искать. Грузовичок Лёва приехал на станцию. А это поезд. Давай посмотрим, что он привез. Ты видишь большой шар, который нам подходит? Лёва его нашел. Вот он. Экскаватор Мася едет помогать. Мася, толкай. Спасибо. Лёва, можешь ехать. Прикрепляем шар к тросу. Кран готов. Давай разбирать старый домик. Позовем друзей на помощь. О, Мася и Грузик уже здесь. Мася аккуратно снимает надпись Лёва с крыши домика. Держи, Грузик. Кран,
Начинай работу. Отлично! В следующий раз будем строить новый дом. Чтобы большую машину собрать, много деталей нужно отыскать. Леве с друзьями помочь можешь ты, вместе мы команда мечты. Эй-эй-эй, Лева, смотри! Колесо, бампер, мотор, шасси! Фары и рускарик нам вези. Лева! Лева! Грузовичок Лева. Это грузовичок Лёва. Сегодня он едет на стройку. Экскаватор Капу выкопал фундамент для своего дома. Бетономешалка заливает бетонную смесь. Достаточно, бетономешалка. Спасибо. Это детали домика. Лёва, а ты привёз окна и двери? Молодец. Фундамент готов. Можем начинать сборку. Ага. Каркас дома оранжевый. Это окно. И еще одно. Голубая рама и две оранжевые двери. Перекрытие. Небольшая башенка на втором этаже. И крыша. А это пандус, по которому можно спуститься вниз или заехать на площадку. Готово! Кто первым приедет к Капу в гости? Погрузчик-грузик! Ой! Чтобы добраться до домика, нужно проехать через ручей. Грузик справился. Роботы, вы можете переехать через ручей? Конечно, нет. Он слишком глубокий. Лёва, нам нужен мостик. Ага. Поехали выбирать. По ступенькам машинки подниматься не смогут. Это узкий мостик для пешеходов. А этот подойдет? Отвезем мост на речку и установим. Подъемный кран! Выгружай мост! А?
Ура! Получилось! Смелее, роботы! Вперед! Добро пожаловать! Лёва, роботы и Капу проверяют пандус. Отлично! С новосельем, Капу! Грузовичок Лёва. Лёва, грузовичок, любознательный, веселый, разноцветные детальки в кузове везет. Лёва, грузовичок, к нам с тобой приехал снова, с нами новую машинку Лёва соберет. Смотри, по дороге едет грузовичок Лёва. Он поднимается на мост. А кто плывет по речке? Это кораблик. Привет, кораблик! На качелях лежит строительная каска. Лёва, она сегодня тебе понадобится. А? Ты готов строить дом. А вот и строительная площадка. Поднимай кузов, Лёва. Давай посмотрим, что ты привез. Ага. Поставим строительные конусы и знак «Въезд запрещен», чтобы никто не заезжал на стройку. Теперь установим стены второго этажа. И соберем крышу. Окна домика будут треугольные и квадратные. Это двери. И лифт. Это лампы. А вертолет несет горку, по которой можно подняться на крышу. Лёва, чего-то не хватает? Нужно найти дверь. Ага. Поехали искать. Здесь две двери. А грузик привез третью. Какую нам выбрать? Давайте подумаем вместе. Это подойдет? Нет, она слишком низкая. А эта дверь?
Лёва, тоже нет, она узкая. Вот, это дверь для твоего гаража. Поставим дверь на место. Она открывается. А что везут грузик и капу? Это буквы. Теперь на домике есть надпись «Лёва». И ты заходи в гости.